Давай, Бадди. Раз, два, три. Ставь лайк, если тебе жалко, Бадди. Всем привет, ребят, с вами Слит, и сегодня мы будем играть в игрушку Kick the Buddy. Это у нас Android-игра антистресс. А перед началом ставь лайк, если хочешь, чтобы я еще раз играл в эту игрушку. И вот эти ребята попались они в видео. Если ты тоже хочешь попасть в видео, тебе нужно писать очень много комментариев. Что мы здесь можем делать? Мы можем здесь брать вот эту игрушку, а точнее Бадди его называют. Вот, у него есть имя. И просто что мы можем делать? Мы можем бить его. Бить его об стену, об потолок. Вот. И можем бить его вот таким вот образом. Вот. И таким образом мы себя успокаиваем. Ну, то есть это у нас антистресс такой. Вот, когда ты нервничаешь, приходишь со школы, получил двойку, берешь этого Бадди и уничтожаешь любым способом. Также здесь у нас есть оружие разное. Давайте посмотрим на него. Видите, здесь есть холодное оружие, взрывчатые вещества, объекты какие-то. Музыка, еда, это у нас ликвидс, это у нас какая-то химия. Потом какие-то объекты кухонные, биооружие, машины, животные, чего здесь только нету, ребята. Так что мы надеемся, что это все с вами попробуем в следующих сериях, если, конечно, они у нас будут. Так что если ты хочешь следующую серию, то обязательно сейчас поставь лайк. Вот, а мы с вами начнем с чего? Правильно, мы начнем с вами с самого первого. Это у нас firearms, это у нас оружие. Так, видите, у нас уже Бадди заскучал. Он говорит, что ему скучно. Сейчас мы его повеселим немножко. Так, давайте возьмем тогда берету. Вот. И начнем в него стрелять. Так, как это делается? А вот у нас. Так, вот как тебе, Бадди. Так что вот таким вот образом мы его немножко выстреливаем и получаем за это деньги. Но на самом деле мы должны получать за это деньги. Но я скачал другую версию игры, где уже есть куча денег и куча золота. Потому что если бы мы играли в обычную версию, то там было бы очень много рекламы. Поэтому сейчас будет намного проще все это делать нам. Так что мы с вами будем постоянно выбирать новое оружие и прикалываться над этим Бадди. Так, ну что там, Бадди? Как у тебя дела? Давай-ка мы тебя немножко покрутим. Опа! Его же не тошнит, в принципе, да? Опачки, все. Давай, прыгай туда, прыгай сюда. И вроде как все нормально, да? У него, в принципе, настроение хорошее, мне кажется. Хоть я в него и стреляю, видите? Он не умирает почему-то. Совсем не умирает. Может, мне нужно в голову стрелять, чтобы он умер? Бадди, давай же, умирай. Ну, хотя он же игрушка, он же не помрет у нас, поэтому... Мне кажется, это просто невозможно сделать. Или стоп. Он умер, ребята! Ничего себе! Мы заслужили с вами подарочек. Отлично, мы с вами заработали 200 баксов. Ну, у нас так уже много баксов этих, так что нам не обязательно их получать. Ну чё, Бадди, как дела? Давайте снова покрутим его. Вот, приведем его в порядок. Видите, у него настроение поднялось. Он уже улыбается. Бадди хорошо вообще. Так, мы использовали с вами пистолет. Идем дальше. Конан. Это у нас оружие за какие-то алмазы. Мне кажется, что у нас алмазов нету сейчас или есть. Да, у нас алмазов нету, нужно покупать специальный мембершип. Партнерку какую-то. Вот, давайте лучше купим Узиху. У нас деньги есть, в принципе, на Узиху. Вот, покупаем и... Бадди, готовься. Ну-ка. Вот это прикольно. Вот это очень прикольно. Мне кажется, таким образом мы сможем легко его убить. Так, Бадди, давай подпрыгни. О, ничего себе его там колбасит. Бадди, ну-ка, да иди сюда теперь. О, будем бить его снизу. По веревочкам. А, все, он уже, видите, откинулся у нас. Да, ну что, давай, хватит притворяться, давай, вставай уже. Так что, видите, мы постоянно его убиваем, но он у нас притворяется, на самом деле. Это же игрушка. Мы же не можем его убить по-настоящему. Так, ну что, Бадди, как тебе дела? У Бадди все хорошо, я так понял. Окей, Бадди, сейчас мы тебя попробуем еще раз как-нибудь. Так, а это что у нас? Мы можем это купить, интересно? Да, мы это можем купить за 99 золота. Это у нас Томпсон. Ну-ка, берем его. О-хо-хо! Вот это да. Ну, Томпсон автомат немножко получше будет. У него и урон побольше, скорее всего. Ну-ка. Ему хорошо. Вот, все, он снова помер у нас. Давайте переключим на новое оружие теперь. Так, что у нас следующий идет? У нас следующий идет это М16. Мне кажется, будет урон примерно такой же. Давай, Бадди, быстрее, давай, вставай. А это у нас корзина для чего-то еще есть? Мы можем его туда засунуть? А, это, наверное, для предметов всяких, окей. Так, Бадди, давай. Так. О-хо-хо-хо, это у нас уже эмочка, ребят, пошла. Не двигайся. О-о-о. Вот его там колбасит, калашмятит. Ну да, сэмочка уже очень сильно зависает, но мы все равно его убили. Давайте выберем следующее оружие. Это у нас АК-47.
А, его нужно за подписку брать. Ну ладно, мы пока не будем его брать, потому что там очень долго все это дело подписывать. Давайте следующее оружие у нас мушкет идет. Мушкет за 1200 баксов. Я так понял, что мушкет тут у нас больше такая винтовочка. Так что можем его издалека пробовать выстрелить. Ну-ка. Вот. Так вот. Опа! Ничего себе! Неплохой такой дымочек. Вы видели? Давайте еще раз попробуем. Бадди, готовься. Опа! На тебе, Бадди. Ах ты какой, смотрите, он постоянно бегает от меня. Давайте по ногам теперь. Ну-ка, по ногам. Опа! Кстати, очень сложно убить его с помощью мушкета. Вон, видите эти ядра? Так, ну же, давай, Бадди. Действительно, очень сложно убивать его. А нет, все, мы его убили наконец-то. Наконец-то, ребята. Как же долго мы это делали. Дальше у нас идет спас. Спас 12. Давайте покупаем его. Ага, это, видимо, какой-то дробовик. Бадди, хватит притворяться. Я же знаю, что ты притворяешься. Высунул свой язык. Давайте подождем его. О, можем вниз его засунуть? А, нет, все нормально. Вот, видите? Притворяется ведь. Постоянно притворяется. Вот, видите, хорошо ему сейчас. Настроение хорошее. А мы вот так вот возьмем дробовик. И бэм! Бэм! Ну же. Ну, дробовичок на самом деле тоже хорошее оружие. Но лучше, наверное, по ногам стрелять, да? Не, ну Бадди такой стойкий на самом деле. Паренек. Бадди хорош вообще. Красавчик Бадди. Давайте теперь в башню постреляем. Все, он помер. Да. Когда лагает сильно, это значит то, что он помер. О, может быть, кстати, огнемет. Это же огонь у нас. Круто, давайте попробуем. Вот, берем его. Так, и начинаем, ребята, поджигать его. Ну-ка, что ты теперь скажешь, Бадди? Как тебе огонек? О, поджарился. Картошечка фри. Он, кстати, похож на картошечку. Бадди, Бадди, ты у нас не картошка случайно? Давайте поджарим Бадди. Поджарим картошечку. Вот, забегал-то как. Ну все, все, Бадди. Это конец. А мы коробку можем поджарить тоже? Не, коробку, видимо, нельзя поджарить. Или можно? Вроде нельзя. Так, Бадди, хватит. А, все, он уже помер, видите, как быстро. То есть можем его один раз поджечь, он будет бегать и все. Интересно, он у нас будет до конца догорать? Он почему-то у нас не чернеет. Обычно же, когда жаришь предметы всякие, то они чернеют. А Бадди у нас не чернеет. Видимо, Бадди у нас сделан какой-то из непробиваемой ткани. Вообще просто самой крутой ткани, которую вообще невозможно поджечь. Так, Бадди, что у нас следующее идет? Готов, Бадди? Поехали. Ну-ка. Тыщ, 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 тыщ. Вот это мне уже нравится, ребята. Вот, пулемет уже такое оружие прикольное. Да, здесь мы его быстренько убили. Так, следующее оружие у нас это панкор. Какой-то автомат. Давай, Бадди, вставай. Кстати, эта игрушка Cake with Buddy очень популярна сейчас. Я почему решил ее заснять, потому что многие уже ее знают. Ну чё, Бадди, готов? Он, видите, уже прыгает от счастья. Давайте по ногам ему попробуем. Так. А нет, это дробовик, оказывается. Тоже ядрами стреляет маленькими. Прикольно. Давайте по ногам тоже постреляем немножко. Теперь по голове. Так. Так. И... еще один удар, мне кажется. Ну-ка, Бадди, подожди. Опа! Бадди, 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 куда побежал? Куда побежал? Он бегает-то не очень быстро, на самом деле. Вот и все, наконец-то. Это что еще такое? Ничего себе, мы даже коробку прострелили немножко. Так, ну что, Бадди, давай следующее оружие. Будем идти с вами пошагово, будем проверять каждое оружие, которое нам доступно. Вот, и в конце у нас будет турелька. Круто. Так, давайте следующее оружие у нас золотое. Золотое оружие. Так, берем золотое оружие. Бадди, иди-ка сюда. А, это у нас какая-то реклама, видимо, да, появилась здесь. Я не знаю, что это такое, ребята. Видимо, какая-то пасхалка, либо реклама просто. Давайте, стреляем, Бадди. Ну-ка. Ага. Это больше похоже на пистолет какой-то. Золотое оружие. Ну, в принципе, не знаю, ребята. Особо ничем оно не отличается от обычного пистолета. Просто золотые пули, да, у нас здесь появляются. Да, золотые пули. Ну и урон такой, в принципе, небольшой. В отличие от всяких пулеметов, дробовиков. Вообще, слабенький урон на самом деле. А, все, убили уже. Не, Бадди, это оружие точно не для тебя. Для тебя нужно использовать какое-то прикольное оружие. Так, Tower M203. Вот это будет поинтереснее. Ну-ка, Бадди, вставай. Ну-ка, давайте попробуем сразу. А, это у нас какой-то автомат. О. Ух ты, оно еще и какими-то ракетами стреляет. Да, какие-то ракеты, ребята. Вау. Вначале у нас идут обычные патроны, а потом уже вот такая вот ракета. Круто.
Вот это оружие мне нравится. Неплохое оружие. Видите, как оно быстро сразу убило бади у нас. Sentry Gun. Это у нас какая-то турелька, что ли, либо что-то еще. Ну-ка. Да, это у нас турелька. Ничего себе, бади. Бади, тебе не повезло. Блин, жалко бади, конечно. Ставь лайк, если тебе жалко бади. Он уже, наверное, устал. Он уже очень устал постоянно помирать. А как убрать эту турельку? Это кто еще такой, ребята? Это какой-то король. Король пришел. Король с деньгами. И что он делает? А, он бросается деньгами. Вау. Короче, он нам набросал денег. И там было какое-то приложение, которое можно было установить. Ну, это типа такая реклама. Сделали прикольную. Все, мы замочили бади. Получили подарок. Наконец-то. Давайте теперь уберем этот турелечку. Вот, отлично, все убрали. Ну, в принципе, неплохое оружие, неплохое. Мне понравилось. Бади у нас... У Бади вообще не было шансов, конечно. Так, следующее оружие у нас это барета. Появилась какая-то цель. А, вот у нас. Вот у нас цель. Так, Бади, подожди-ка. Подожди-ка, Бади, мне нужно попасть в тебя. Стой смирно. Цель, ты куда? Цель, подожди. Так, подожди, Бади. Опа. Попали, попали, только у нас цель почему-то смещается постоянно. Все, ребят, я настроил на кнопочку, сейчас мы его расстреляем здесь. Бади, ну-ка, опа. Все, во, пошло дело. Сейчас мы его продырявим немножко. Можем даже куда-нибудь в глаз ему запульнуть. Ну-ка. А, не попал, подожди, 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 стоять, Бади, опа. Вроде попали, да? Да, попали вроде немножко. Теперь в лоб еще. Блин, так жалко Бади, чувачок, извини. Но я думаю, что... А, у него, видите, как регенерация быстро идет. Он все быстро восстанавливает. Так, куда бы еще стрельнуть? Может быть, веревочку попробовать стрельнуть? Но это будет сложно. О, все, он остановился. А, нет, подожди, Бади. Так, стоять, 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 Бади. Не, видите, веревку мы попадаем, ему вообще ничего не... Нет, не случается с ним. Давайте лучше в звездочку попробуем. Так, так, так. И у нас Бади помирает уже. Так, ну я думаю, что Магнум мы пропустим. В принципе, оружие, я думаю, будет такое же примерно, как другие пистолетики всякие, неинтересные. Вот это я бы уже попробовал, но видите, здесь нужны алмазы какие-то. Жалко. Так, надо найти что-нибудь поинтереснее. Здесь всякие пулеметы, это уже неинтересно. Вот оно самое интересное, ребята. Это у нас находится на последней странице. Давайте возьмем вот это вот, пиратская пушка. Давайте берем ее, покупаем. Ну-ка, сейчас у нас Бади протестирует ее. Давай становись сюда, Бади. Подожди, Бади. А, давайте его немножко побьем. Немножко разомнем ему руки, животик. Вот. Отлично, все, немножко побили его. У нас Бади весь в синяках теперь стал. Поставим пушку сюда куда-нибудь. Где у нас пушечка? Пушечка, появляйся. Вот у нас пушечка. Давайте, Бади, ты готов? Давай, Бади. Раз, два, три. Поехали. Зажигаем, вот, и у нас пушка стреляет. Бам! И Бади прямо в живот прилетела. Так, давайте теперь в голову попробуем зацелиться. Вот сюда вот. Опа, и в голову попали. Ничего себе, такое большое ядро. И Бади все равно, видите, ему все равно вообще. Он не помирает, ему все равно. Хоть пушка, хоть какая-то ракета будет. Он вообще очень стойкий, видите, очень стойкая игрушка Бади. Вау! Бади у нас на пушку забрался. Не, Бади, иди сюда. Это не для тебя. Это точно не для тебя пушка, это для меня пушка. На тебе, Бади. Все, Бади у нас помер. Так, у нас осталось всего лишь два оружия. Давайте берем гатлинг тогда быстрее. Бади у нас уже засыпает потихонечку. Так, все, мы взяли с вами гатлинг. Это у нас тоже какой-то пулемет, какая-то турель большая. Воу, вот это да. Ну что, Бади, готов? Да, Бади уже все равно, ему и весело, хорошо. Так, как ее зарядить-то? Ага, как она стреляет? Нужно просто держать ее? А, вот, все, нужно держать просто. А, это у нас пулеметик такой. Вот это да. Неплохое оружие. Только у нас оно немножко краснеет вроде как, да? Вроде такое массивное, большое оружие, но урона не так много на самом деле наносит. Так, ну чё, Бади, как дела у тебя? Иди-ка посиди здесь немножко. О, Бади у нас теперь управляет этой пушкой. Все, наконец-то. И последняя пушечка, ребята. Последнюю пушечку мы сейчас используем и отстанем от Бади. Ему, наверное, уже совсем стало плохо. Давайте купим турелечку. Так, берем турелечку. Это у нас последнее оружие. Давай, Бади. Осталась одна пушечка, хватит спать. Хватит притворяться. Опять высунул свой язычок. Так, где у нас пушка? А вот, устанавливаем ее сюда. Офигеть, она вообще сверху откуда-то появилась. Так, Бади, подожди-ка. Иди-ка сюда, Бади. А, мы можем управлять Бади. Вот. Во,
Там еще и лазер. Она, похоже, самонаводящаяся просто, да, пушечка эта? Прикольно. Уху, Бадди, давай, потанцуем. Я хочу, чтобы Бадди сам здесь бегал. Давай, Бадди, бегай. На, все, Бадди. Бадди уже у нас не бегает, он у нас просто спит. Да, прикольное, прикольное оружие, ребята. Очень прикольное оружие. Я думаю, что нам стоит продолжить, ребят, в следующий раз уже. Давай, Бадди, просыпайся. Сейчас мы скажем всем пока-пока. Так что, ребята, вот так вот мы сегодня поиграли в игрушку Kick the Body Anti-Stress. Вот, надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментарии, какое оружие вам больше всего понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, ребята. Попрощайся, Бадди. Все, он попрощался, да? Молодец.